Итак, что меня сподвигло сделать это видео? Да, честно говоря, устал я отвечать ежедневно примерно на 40 вопросов абсолютно одинаковых. Почему КРИСПЭ перестали браться нормально радарами? Почему радар-детектор вдруг стал неисправен? Именно поэтому я выехал сегодня специально для этих целей. Я знаю, где стоит муляж КРИСПЭ, я знаю, где стоит КРИСПЭ в рабочем состоянии. Перед нами пока Валентайн. После этого, как я подъеду к этому Крису, который муляж, я на этом Валентайне, получается, вернее, после Валентайна я его отрублю и покажу работу остальных приборов. То есть пока для начала Валентайн, пусть у нас будет рабочей лошадкой, ну а дальше уже поездим дальше. Вот, ну честно, ребят, ну устал я отвечать на один и тот же вопрос, блин. То сработка на лазерный родскан. Детектор рабочий. Единственное, у меня отсечка сейчас стоит на 40 км в час. Ну, попробуем мы найти КРИС, чтобы проехать его на скорости. В общем, так, чего хочу сказать-то. То есть информация проверенная у меня есть, что, как я уже говорил, и на все КЗ на форуме, и на автоатласе. Тема такая. То есть на 10 примерно выставленных КРИС-П в Алма-Ате реально работают около 3. Все остальные муляжи. На что люди мне задают вопрос, а нафига-то ставят муляжи, когда их можно сделать рабочими? Я отвечаю, так, то есть ты когда едешь, видишь КРИС-П, твоя реакция. Все отвечают, ну я вкапываюсь. Ну вот для того их и ставят, чтобы все вкапывались. То есть, видимо, достаточно нашим гаишникам этих самых 3 штук, которые приносят деньги городу. Вот и все. То есть причина простая. Потому сейчас я просто сделаю видео, просто дам потом ссылки на это видео. Ну, реально, надеюсь, что больше не придется на эти вопросы отвечать. Ну, реально запарился. Поэтому специально дождался понедельника, выходной день свой, чтобы проехать и все это дело показать. Итак, выезжаем мы. Изначально подъедем к Крису нерабочему, потом подъедем к Крису рабочему. Ну и покажу работу нескольких приборов на этот КРИС-П. Вот она, сработка есть. Смотрим, на что это сработка. То есть перед нами школа, ограничение 40. Здесь частенько ставят КРИС. Сигнал по нарастанию. Они стоят. Вот это сработка на КРИС. Сейчас покажу я этот КРИС. Это КРИС рабочий у нас. Еще раз повторяю, здесь отсечка по скорости идет на 40 км в час. Смотрим внимательно. Вот он стоит КРИС. Вот он КРИС стоит. Вот он работает. Теперь для чистоты эксперимента мы делаем вот чего. Вот он мой Савик к Валентайну. Сейчас мы подкрутим. Вот. И сделаем, чтобы не было приглушения у нас. Теперь проедем на тот же самый КРИС-П без приглушения и в спину, и в лоб с Валентайном, и со всеми остальными приборами. Так, итак, едем мы к нашему КРИС-П рабочему. Перед нами лазерный родскан. Сейчас должна быть сработка на него, потому что Валентайн берет и фиг знает откуда. Вот она сработка. Приглушение я отключил по скорости. Так, а теперь едем по направлению к Крису. То есть вот она уже сработка есть. Крис нам сейчас стоит в спину. Проедем
разочек с Валентайном и все остальные разочки там с самыми разными приборами, чтобы показать и доказать, что Крис этот рабочий. Итак, в путь. Поехали. Крис стоит нам в спину. Сработка есть уже. На расстоянии. Вон он стоит, Крис. Экипаж, охраняющий его, и Крис. Сработка есть. Вот это Крис рабочий. То есть на него примерно вот так вот приборы и должны орать. Все правильно. По Валентайну показал, не хочу я его в лоб откатывать. В принципе, тут и так все понятно. Сейчас развернемся, поставим первый попавшийся прибор. С двумя-тремя приборами откатаемся. Поглядим, покажу. И дальше едем на нерабочий Крис, который стоит просто муляжом. Так, здесь все понятно, здесь все ясно у нас. Вот как хорошо этот Крис Валентайном берется в лоб. Фиг знает откуда. Так, знаков вроде нету. Сейчас мы где-нибудь припаркуемся и будем все остальные приборы пробовать на этот же самый Крис. Сейчас куда-нибудь заедем и будем пробовать. Здесь все берется очень хорошо. Куда бы вот паркануться? Ну, вот здесь вот мы, нет, здесь нельзя парковаться. Так. Сейчас посмотрим, куда нам встать. Парканемся куда-нибудь. И будем проверять дальше. А вот сюда. Встанем сейчас в наглую и будем смотреть к елочкам поближе. Так, все, проверяем остальные приборы. Приятной поездки. Перед нами мангуст. GPS 1000 показывает этот сигнал. Сейчас мы попробуем убрать отсечку по скорости. Пороговое значение скорости. Вот так вот. Вот там вот из-за угла. Вот он. За углом стоит этот самый Криспе. Показываю, мангуст его ловит. Из-за угла он там. Спрятались они. То есть тут же у нас подпискивает Валентайн. Ловит он также. Тут же я проверяю мангуст. Тренога рабочая. Все ее видят. Есть. Проверяем следующий радар. Крис. Так, следующий это у нас получается сигнатурный Monaco S. Вот он его определил как Крис. Первый попавшийся режим в смарте он у меня. Вот он определяет его как Крис. Как бы его сейчас сделать? Выключить. И опять включить. Вот его быстро включил. Monaco сигнатурный. Смарт режим. Ну тут не важно, какой режим он Криса определит. Крис. То есть вот он этого Криса определяет. Опять же в лоб, проблем нету. Все четко, все хорошо. Проверяем следующий прибор. Следующий прибор. Мой старый добрый Xiaomi 900. То же самое на этот Крис. То же самое. Вот он видит этот Крис. Неплохо. Отлично. Из-за угла. Спрятанный. То есть к Xiaomi опять же претензиям нету. Никакой там не перестроенный Крис. Xiaomi его видит. Переходим к следующему прибору. Следующий прибор Intega Blaster. Диапазон. То же самое, видит он этого Криса, который спрятанный за углом у нас, и определяет его.
нему опять же претензий нету. Так, проверяем следующий прибор. То есть я просто спонтанно, не выбирая режимы, просто показываю сработку, что есть сработка на крис, чтобы потом показать другой крис, на который сработки нету. Ну вот то, что было, в принципе, с собой мы проверили. Показал я на этот крис. Все нормально, все работает. Теперь мы едем к крису, который муляж. То есть, грубо говоря, крис стоит, экипаж его охраняет, чтобы его не стерли. Но на крис на этот сработки не будет. То есть также я все приборы покажу, ни один прибор на него срабатывать не будет. В принципе, я думаю, как бы все честно, все понятно. Поехали дальше, к крису нерабочему теперь. Продолжение видео. Вот он наш Валентайн. Вот она тренога. Стоит. Народ носится. Но детектор не срабатывает. То есть в этот момент эта тренога выключена. Показываю первый прибор. Далее соединяем второй прибор. То есть это вот он у нас получается сигнатурный. Инспектор. Инспектор. Соединение со спутниками установлено. То же самое. Результата 0. Поехали дальше. Следующий прибор. Следующий прибор любимый наш Xiaomi. Соединяем Xiaomi. Как вариант, отключу я сейчас Валю. Пожалуйста, Xiaomi включенный. Тренога стоит. Реакции нету. Тренога выключена. Ну и последнее завершение. То есть, где у меня тут? Давайте дальше попробуем. То есть вот он, бластера я сейчас соединю. Сейчас. Покажу так. Intego бластер. Но это не говорит о том, что она всегда может быть выключена. Она сейчас выключена, позже ее могут включить. Показываю. То же самое, молчок. Никакой реакции. Еще раз. Тренога стоит. Бластер молчит. Далее поехали. Последний прибор наш. Или предпоследний. Монако сигнатурный, который срабатывал. Монако сигнатурный молчит. И что там у нас? Мангуст где-то валялся. И последний мангуст, который из дешевого достаточно неплохой дальнобой. Включены предупреждения о камерах. Чувствительность средняя. Кей-диапазон. Приятной поездки. Вот как видим, была левая помеха. На треногу он либо работает, либо нет. То есть либо постоянно сигнал, либо нифига ничего нету. Молчит. То есть, возможно, там машинка какая-то проехала. Ну и здесь в этой зоне достаточно много помех. Тренога стоит, радары молчат. Кей-диапазон. Опять же, это не на треногу, это левая помеха. Опять же замолчал. Тренога либо включена, либо выключена, повторяю. Тишина полная. Ну вот, собственно, теперь, чтобы было всем понятно, что не все треноги, которые стоят, они включены. То есть есть еще и муляжи. То есть вещь, которая стоит, разумный вопрос. А какого фига стоит экипаж, который охраняет эту треногу? Ребят, ну блин, ее же сопрут в первые 5 минут, пока она будет стоять. Потому экипаж и стоит. Потому и охраняет. Ну вот теперь, я думаю, вопросы все иссякли. Ни у кого их не будет. Почему стоит тренога, а радар мой молчит. Xiaomi и так далее, и так далее, и так далее. На том все, завершаем кино. И с обратной стороны. Сейчас проедем эту треногу. Неизвестно, работает она или нет. И покажу ее.
тому с Валентайном и катаюсь, чтобы дальность была большая. Вот опять же, экипаж стоит, тренога выключена. Вот так-то. Валентайн включенный. Народ вкапывается. Но это естественно. То есть какая бы у вас была реакция, если бы вы увидели треногу перед собой? Первое, да, я понимаю мысль, это, блин, возможно, радар не исправлен. Нет, все нормально на самом деле. Просто вот такой механизм работы. Теперь, наверное, точно все.